Полный кавалер ордена славы Волков Михаил Семенович. Родился 15 ноября 1924 года в городе Балаково. 20 октября 1942 года был призван на фронт. Сержант запаса. Сражался на Ленинградском и Втором Белорусских фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда. Принимал участие в освобождении Польши, стран Восточной Европы и Прибалтики, в разгроме врага на территории Германии. За мужество, героизм и стойкость в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденами славы первой степени, второй степени и третьей степени. Также был награжден медалью за оборону Ленинграда и юбилейными медалями в честь 20, 30 и 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 1945 году демобилизовался из рядов советской армии и переехал жить в совхоз Зоргинский. В 1986 году, 26 августа, его жизнь, к сожалению, оборвалась, и он умер. Был похоронен в селе Ивановка Балаковского района.